Дорогие наши друзья, уважаемые наши подписчики и гости нашего канала, мы рады приветствовать вас на нашем канале «Ножевая мастерская Ястребова». И сегодня мы смотрим с вами красоту от нашего кузнеца Сергея. Мозаичный дамаск у нас сегодня, несколько ножей. Быстренько сейчас мы с вами по ним пробежимся. Посмотрим, что сегодня новенького нам Сергей приготовил. Давайте поподробнее все рассмотрим. Итак, первый нож. Так, давайте я его вот так лучше переверну, поближе к свету, чтобы было получше видно сам рисунок. Все характеристики вы будете видеть на экране. Ценник тоже. Данный нож выполнен из клинок, опять же, мозаичный дамаск. Сталь, вернее, в состав мозаичного дамаска входит инструментальная сталь ХВГ, углерод У10 и никель. То есть вот эта красота на клинке, все вот эти узоры, это и есть тот самый никель. Литье мельхиоровое. Проставыш, такой пластик, что-то такое, напоминание, или искусственный камень, но все скорее это пластик все же у нас, да, так и есть. Здесь голова ястреба и дерево. Это у нас здесь дуб. Кожаные ножны каждому ножу в комплекте. Где есть отверстие под темляк, обязательно темляк идет в комплекте. Следующий нож, вот такой универсал. Это здесь у нас с вами сэндвич. Причем сэндвич синеный. Такого красивого, переливающегося фиолетового цвета. Спуск идет от 2/3 клинка. Угол заточки 19 градусов. И здесь у нас фиолетовая карелка. И коричневая карелка вставыш. Декоративный темлячный пин. Очень красивый такой ножичек получился. Все ножи рабочие. Так, следующий экземпляр. Это каплевидный дамаск, мы их называем капля. Вернее, дамаск тот же мозаичный, каплевидная форма клинка. То есть она идет с рекурвой на небольшое утолщение к носику. Фальшлезвие тут идет от примерно 1/3 клиночка, да, так и есть 1/3. Очень красивый рисунок. Все ножи неповторимы. Каждый нож в одном экземпляре, больше такого не будет. Это в любом случае мы не повторяем ножи. То есть что-то у них да разное и в клинках, ну и соответственно в рукоять точно. Здесь у нас литье мельхиор тоже. Дерево, вставка Ironwood, аризонское железное дерево. И еще Ironwood такого коричневого цвета. Такой вот нож, очень хороший, каплевидной формы клинка. Следующий нож универсальный, такой резачок хороший. У него немножечко приспущен носик. Все характеристики на экране вы увидите. Такой рисуночек мелкий, размытый мелкий рисунок. Тоже смотрится очень красиво и оригинально. Рукоять у нас здесь с вами вставыш капклена. И композитный материал. Здесь в основном карельская береза синего цвета. И небольшой такой участок здесь у нас... Кусочки карельской березы, залитые зеленоватым акрилом. Тоже очень такая тематика красивая получилась. Морская даже. Очень красивый нож, хороший такой резак, универсальный. Так, следующий, значит, такой же техники выполненный. Так, вот так лучше, наверное, будет видно, да? Надеюсь, что хорошо видно всю вот эту красоту, весь этот рисунок. Так лучше. Тоже универсальный нож. Тот же мозаичный дамаск. ХВГ, У10, углерод и никель. Угол заточки 19 градусов. То есть тут крупные разводы, дальше мелкие идут, ближе к режущей кромке. Тут у нас с вами больстер мельхиоровый, резной.
очень красивый. И наборная рукоять с проставкой фибра. Так, здесь у нас с вами шпальт березовый и декоративный пин. Опять же, повторюсь, кожаные ножны и темляк обязательно в комплекте. Так, следующий экземпляр. Это Дамаск, мы его называем у себя паутина, он у нас называется. Так, давайте переверну, чтобы было больше и лучше видно блеска. Дамаск паутина. Здесь у нас половинчатая тоже взрезка, чуть-чуть в небольшую линзу идут спуски. Угол заточки 19 градусов и фальшлезвие идет почти по всему клиночку. Вот отсюда начинается. Очень тоже красивый такой оригинальный рисунок. Так как здесь техника исполнения немного другая, эти ножи паутина, хаосы у нас. Вот кто знает, заходили на наш сайт, смотрели, эти ножи, они подешевле, нежели вот, например, вот такой рисунок, вот такой нож. Именно вот, например, допустим, каплевидный дамаск, или вот первый нож был с ястребом. Так, здесь у нас с вами, значит, также мельхиоровое резное литье. Здесь есть петух, подсказывает, что все правильно, да. Здесь у нас под темляк есть тоже не отверстие, а опять же вот этот элемент ковки. И композитная рукоять. Очень красивая, блестящая. Здесь шишка в черном акриле. И плюс кап клена. Такая вот интересная тоже модель ножа. Так, все характеристики вы видели, цену вы тоже видели. Дальше посмотрим. Дальше посмотрим у нас с вами нарезной. Здесь дамаск. Нарезной. Он не такой, может быть, яркий, как предыдущие. Петух меня перекрикивает. Не такой яркий, как вот многие предыдущие ножи. Но, тем не менее, он тоже хорош. Опять же, все преимущества дамасской стали у него имеются, естественно. Это и отличный рез, и легкость направки, то есть это все присуще ножам из данной стали. Так, тут также у нас взрезка такая же идет, как вот, например, и у этого ножа. Только здесь рисунки разные. То есть клиночек, геометрия клинка одинаковая, а рисунок, техника исполнения разная. И тут он еще и вот такой синеный, вот этот нижний. Так, здесь, значит, у нас нарезной дамаск, угол заточки я сказала. Мельхиоровые тоже литье, комплект литья стоит. Так, что тут у нас? И композитная рукоятка. Здесь акрил голубоватый и карельская береза. Такая разводистая, красивая, текстурная. И отверстие под темляк тоже на данном литье имеется. Так, ну вот ножны вы видели, да? Если сверху посмотреть, ножны видите. То есть обычные кожаные ножны с разным тиснением. Есть волк, медведь, ястреб. Кому что ближе. Так, следующий нож из мозаичного дамаска. Называется данный клинок. Именно рисунок. Молния. Вот они, полосы никеля идут посередине, по центру. Данный нож у нас называется, вернее, клинок, называется молния. Нож универсальный, очень хорош, в принципе, для любых работ подходит. Вот, но опять же, требует, конечно же, ухода. Все, наверное, это про дамасскую сталь знают, то есть обязательно протираем, да, не ленимся. Это обязательно, в обязательном порядке. Так, здесь у нас мельхиоровое тоже литье, очень красивое такое, художественное. Композитная рукоятка, серо-черный акрил. И тут у нас с вами, наверное, лев. Да, что-то такое. Ну, наверное, кто что видит, да, как вот замысел мастера. То есть, кто что видит. Вот такой вот очень интересный экземпляр. Так, следующий нож. Также у нас молния, только он чуть покрупнее, данный экземпляр. Клиночек чуть покрупнее.
И рисунок тоже такой же выразительный, очень красивый универсальный нож. Здесь у нас обточка такая прямоугольная, более плоская. Очень хороший такой красивый лаконичный экземпляр. То есть ничего в нем лишнего нету, да. Очень красивая цветовая гамма подобрана. Здесь у нас акрил ставка и карельская береза. Блестящая такая, фактуристая, оранжево-коричневого цвета, очень красивая. И плюс, конечно же, декоративный пин имеется. То есть вот таким вот образом нож лежит в руке. Вот такой. Так, это Дамаск-молния. Все, следующий экземпляр. Следующий экземпляр с очень красивым рисунком. Таким выразительным, выразительным, эстетичным. Много здесь разных элементов на клинке. Фальшлезвие идет от 1/3. И такой приспущенный клиночек ближе к кинжалу. Очень хорош. А на рукояти у нас с вами зуб мамонта вставка. Вот так покручу, чтобы ее было видно со всех сторон. То есть здесь она более коричневая, здесь она посветлее. И айронвуд, то есть с его характерной текстурой. Дерево очень хорошее, очень плотное, влагостойкое. То есть это такой один из самых прочных пород дерева, используемых в ножеделии. И декоративный пин, конечно же. Такой очень хороший экземпляр. Такой дорогой, добротный. В подарок, либо в свою коллекцию. Так, следующий экземпляр у нас с вами «Мелкий хаос». Вот так видно, я кручу рисунок. Так, «Мелкий хаос». Здесь у нас такой нож. На сайте именно такого экземпляра нет. Есть у нас такой в Инстаграм, есть у нас такой ВКонтакте. Делали мы такие на заказ, тоже очень хороший, пользующийся спросом, лаконичный, такая модель клинка. Хаос мы выполняем в трех у нас рисунках. Это вот самый мелкий рисуночек, есть средний и есть крупный. Кто заходил на наш сайт, там есть, кстати, поисковая строчка. Можете просто там набрать «хаос», и вам высветятся все ножи, которые имеют такое название. То есть вы увидите, что такое мелкий, как выглядит крупный и как выглядит средний рисуночек. Значит, данный нож у нас также имеет прямоугольную обточку, плоскую, то есть рукояточка плоская такая, ее надо все-таки так более, она заполняет руку, так скажем, не совсем, да, не совсем сильно, поэтому его надо поплотнее удерживать, да, такой нож с такой обточкой. Но это, опять же, все индивидуально, кому что нравится здесь. Зуб мамонта очень красивый на данном экземпляре. Очень красивые зеленые, голубые оттенки. Вот даже коричневый есть. То есть очень такая красивый проставыш именно на данном экземпляре. Но это тоже неповторимый материал. То есть вот он какой есть, такой и есть. И другого уже в точности такого не будет. И сама рукоять выполнена из мореного дуба. Тоже очень дерево хорошее. Такой классик такая, именно по рисунку. Очень красиво. Здесь темлячного отверстия нет, просто стоит декоративный пин. Вот такой вот экземпляр. Все размеры вы видели на экране, характеристики, все. Все и ценник тоже там. Так, ну и напоследок танта. Напоследок мы сегодня посмотрим танта. Тоже такой экземпляр вы видели. Мы такие выполняли уже. Правда, может быть, в других немножечко рисунках, в других чуть-чуть исполнениях. Был у нас такой танто в карельской березе. Было в орехе. Очень красиво тоже смотрится, лаконично. Данный экземпляр выполнен из мадагаскарского палисандра. То есть влагостойкое тоже дерево. Очень прочное. Не подвержена практически никаким там грибкам, какой-то коррозии, рассыханию и так далее. То есть это дерево очень отличается своей прочностью. Длина данного клинка 200 мм, но все более точные характеристики, вес и цену вы увидите на экране. Вот такой вот
очень классный японский самурайский традиционный нож. Спуски в небольшую линзу чуть-чуть, прям капелька. Обух достаточно толстый. Опять же, не знаю, передаст ли камера. Такой вот он очень классный и крутой. Вот. Вот такой. Так, ну все. Друзья, если что-то не успеет из этих работ уехать, то именно эти ножи и также и многие другие наши работы вы сможете увидеть на выставке в городе Москва, которая состоится с 31 марта по 3 апреля на улице Шарико-Подшипниковская. Попробуйте быстро выковырить, очень сложно. Ну что ж, друзья, вас встретит главный наш производственник Андрей с Иваном. Ну что ж, большое спасибо за просмотр. Всех с удовольствием ждем на выставке. Ну а со мной увидимся через интернет, YouTube, ВКонтакт, Яндекс.Дзен и так далее. Все, большое всем спасибо. Всем хорошего дня и всего самого доброго. До свидания.